Привет, друзья, это Практическая Америка. Наконец, за 2 года в жизни в Нью-Йорке я попал в галереи Челси. Обычно по четвергам, а сегодня четверг, проходят открытые выставки. Ну, как бы они в другие дни есть, но в четверг как бы либо больше экспозиции выставляется, либо какие-то мероприятия проходят. То есть можно увидеть самого художника, он обычно в четверг присутствует в галерее. И это вот мы сейчас находимся в одной из них, то есть это целиком здание, которая на 26-й улице и 10-й авеню, да, на пересечении находится. И вот здесь много этажей, и вот заходишь на каждом этаже по 10 галерей. Заходишь в любую, смотришь работы. Все это, конечно, можно приобрести. Я сейчас коридоры потом этого здания сниму. Таких зданий много, то есть это не одно здание. Если у вас есть работы, вы, в принципе, можете выставить свою работу в одну из галерей. Ну, это да, то есть это получается как бы один художник, да, это его целиковая галерея. А бывает так, что в одной галерее собрано несколько художников. Тоже, да? Ну, тут все, тут в районе вот 26, от 20 до 27 улицы в Челси, в районе 10 и 11 авеню, галерея на галерее. Ну, на 9 тоже кое-что есть. В интернете есть сайт, называется Chelsea Gallery Map, да? Ну, можете найти. Вот, там они все на карте расположены и показаны, какое в каком здании. Я сейчас вот покажу как раз коридор этого здания. То есть это вот такое как промышленное здание. Здесь окрашенными белыми стенами. И вот мы сейчас вот вышли, да? Это одна галерея. Дальше пошли другая, вот там указатели буквально. По указателям идешь. И таких зданий очень много. То есть вот в Челси их может быть там с десяток таких крупных зданий, еще очень много маленьких зданий, где там не 20 галерей в здании, а, например, 2-3. Вот, видите? Название галереи. То есть художник может просто арендовать это помещение на какие-то дни и продавать свои работы. Поэтому, если у вас есть работы и вы хотите их выставить в Америке, то без проблем вы можете обратиться в одну из галерей и выставить их. Я вам уже говорил, что Аня может вам помочь с этим. Она у меня есть в Фейсбуке. Анна Толматович, пожалуйста, добавляйте, пишите.